Вот момент. Пас, добивание. Нет. Еще одна. Вау, Атланта. Убирают ворот, Шейл. А вот тут работать в этот раз не получилось. Здесь Шушин. Кош закрывает зону, но смотрел он на... Да, делает хороший нос. А в момент для броска появляется, но вне игры. Разглядели арбитры. А вот это на самом деле очень спорный момент. Очень точно посмотреть повтор. Потому что... кроме Миллера. Потому что там оставался рисковать игроков. Риньяровский. Они возвращаются, какая комбинация! Ну, вот такой там. Манов заряжает добивание! Гол! Александр Одесин шайбу получил, заряжает. Хорошо. И бросает назад, обороняться. Проходит передача. Фомин спасает свою команду. Данила Фомин за Герганкин с шайбой. И что еще нет? Бросает 14-13. Мамедова, Михаила Кузык. И Атлант сражается в первую очередь, конечно, за свою честь. Сейчас Атлантик идет сам. Открывает Атлантик. Передача вот сейчас сделал. И хорошо добить еще Даниэля. Груберец. Груберец спасает снова свою команду. А вот ответ Рики неаккуратно. Передача вот на атаку. Не святая ФБ Миллер. И вот Никита Миллер. Второй раз в зоне нашел. Снова свою игру. Спасенник проходит. Момент у Риги. Бронит, отплатировал он. Данилу по правилам не дал бросить. А вот этот бросок, чтобы не убить свою. Вот эту большую травму. И атак у Риги получается. Фомин снова спасает Усманова. Запускает в атаку. Включается Шушин. Усманов ждет пас. Шушин! Какая... Объезжает соперника. Попросили передачу. Сразу два игрока. Миллер и КПО. Но пас не дошел, потому что была поставлена. Даже и бросил Анкурсина. Слишком острый угол, но передача. Носов. Итак, передачу делает. Пас прерывается в руле. Наверное, кто-то перетерпит. Кто-то перетолкает, переборет. И вот такие вот шарики. Какой должен проезжать. Вот так вот прижмем его выше ворот. Тарков. Бросок. Вбивание. Вот. Бросок шут в сирене. Сейчас не будет забить. И вот хороший момент у Миллера. Бросок. Но справляется с ним. Бросок. Здесь трафика не было перед... И сразу же будет ответ Риги. Снова завершат. Носов! И как шайба там не попадает в ворота, уму непостижим. Оказалось, что это уже гол. Пас, добивание, еще одно. Матвей Носов и шайба.